Вятки, доброе утро, доброе утро. Мы когда первый раз лежит. А нас утро начинается с чего? С подушек. Нам тут подушки новые подвезли. Да. Попросили, и нам новые подушки привезли. Давай смотреть. Та-дам! О, хорошая какая. Смотри, нормальная. А то у нас здесь местные подушки какие-то прям очень такие плохие. Ой, нам, видите, подогнали новые подушки. Крутяк. Крутяк, крутяк, крутяк. Хорошие подушечки. Супер, у нас появились подушки! Ура! Все, иди пересылай. Один на них этот. На подушечнике, как там называется-то. И все. А старые пока убирай. А то мы тут уже, знаете, уже с ума сходим. Уже вон подушки с дивана взяли. Вот. И это они не очень удобные. Все, давай перестилай потихоньку. Погоди, вот заберу. Вот такие плотненькие, да, хорошие. Потом заберут. Вот так вот удобно. Знаете, людей-то, когда этот квартиру снимаешь через этот риэлторов, вот вам все подгоняют, что требуется. Так. Вот тут все сушится. Так, кстати, что у нас тут высохло? Не высохло. На балконе. Так. Я об этом... Так, что, высохло, не высохло? Что, все высохло. Да, все высохло. Ой, тут вообще жарко. Прям пекло-пекло. Ё-моё. Ой, как горячо. О, жара. Хорошо, солнышко яркое. Так, надо сегодня, короче, это, пойти покупаться. Не знаю, хотя бы до этого, до бассейна местного. Разлива. Уже хоть что-то будет. Так, надо кушать и готовить. Вкусняшки. Все, Вовка нам перестилает. Та-ра-ра-ра-рам. Та-ра-ра-ра-рам. О, видите, какие подушки были? Ужасные. Он как тряпочка. Какие-то. Уже все и замученные, и заюзаны. Вот. Брось там он куда-нибудь внутрь. Все. Так, ладно, пускай Вовка делает, а я пока кушать поставлю. Тыры-ты-ты-ры-ты-ры-ты-ры-ты-ры-ты. Новый день, как говорится, новая пища. Да? Новый день, новая пища. Вчера выстирали все. Так, я думаю, свет надо включить, да? Надо, свет надо. Где-нибудь вот здесь вот сверху включу. Все, пока не надо. О, вот так получше будет. Поярче. Так, если там будешь, то нудись, мечеть, дверь закрывай. А то здесь очень все хорошо попадает, что там происходит в комнате. Ладно? Че? Будешь нудись, мечеть? Все. Я тебя предупредила. Так, чайник ставим, пускай у нас греется пока. Водички попить. Хоть водички попить. Так, сейчас отойду прямо на минутку. Таблетки. Надо выпить витаминки там. Не уходите никуда. Витамишки. Выкладываю я до пола.
кого еще? Громкий чайник. Нормально поем, потому что что-то как-то это... Короче, это дело точно. Да. У меня есть холодильник? У меня есть. Чем Бог послал? Попробую доесть эти пирожные. А, я вчера, кстати, себе, знаете, что купила? Я вчера все купила этот вкусный стикер айс. Вскочила рано, что-то не могу никак спать, спала, наверное, часа 4, вот, крутилась, вертелась, что-то вообще не спится и не могу. У меня, знаете, первые дни всегда они такие оптимизационные, скажем так, сложновато как-то. Ну, надеюсь, сейчас это устаканится, график будет хорошо. Не знаю, съем, не съем. Съем хорошо. Ну и пофиг. Настроения нету. Что-то настроение какое-то не очень. Я говорю, из-за того, что не высыпаешься, как-то себя чувствуешь. Так, раз. У меня такой стикер айс. Вчера купила на рынке. 50 бат стоит. Ну, я так, правда, не знаю. Тут этот рис. Наверное, боюсь, не очень будет уже хороший. Он должен быть более мягкий. Сейчас, может, оттает. Вкусный. Он же с молоком. Это что такое? Это я вместо каши себе взяла. С манго. Кушать. Так. Потом не надо. Стираем. Так, Вовке. Сейчас иду подождать. Да и себе самой тоже. Я думаю, наверное, яичницу готовить, не готовить, жарить, не жарить. Ну, все-таки надо пожариться. Немножко. Так. Помните, вам тоже вчера отмыл все. Красота, чистота, порядок. Так, фрукты, овощи. В общем, сегодня хочу съездить до терминала. Вот, но я думаю, чтобы это дома не сидеть. Нас вечером должны кое-что забрать. Тут вечером. Так что, скорее всего, мы поедем. Нас, короче, вечером должны забрать. Встретимся с людьми. А вот, нас отвезут до дома прекрасное место. Да-да-да. Ну а пока, чтобы день не терять, у нас сейчас практически 11, мы сейчас покушаем, маленько я ролики загружу и, наверное, пойдем покупаемся. Я хочу пойти покупаться, здесь местный басик, может, чтобы уже хоть как-то, не знаю, купальничек там
обновить и прочее. Ну, чтобы было поинтереснее. А туда море как-то еще пока не доберемся. Все никак. Я надеюсь, завтра все-таки доберемся. Вот. Нужно сегодня съездить, решить вопрос по поводу интернета. Закидывать мне эти 880 бат или не закидывать. А то я закину, а он вдруг там работать не будет. Так что нужно сразу все решить. Так, где у меня тут яйца? Яйца, яички, яйца. Кстати, соль-то Вова уже где-то купил. Вова, куда ты соль дел? А вот он. Так что такие дела. Говорится, за границу нам поможет. А может и не поможет. Может, нет, а может, да, а может, это все слово. Так, Машечка. Наша Машечка. Маслечка, маслечка. Та-ра-та-та-ра-та-та. Это за граница нам поможет. Опять дела, кучу дел делаю. Тяжелые времена сейчас. Тяжелые. Ну, а что поделаешь? Кому сейчас легко, да? Никому. Никому сейчас легко не живется. Всем тяжело. Вот так. Вот такие дела. Так. Все. Яишко. Но мы не опускаем рук. Но мы идем дальше. Так, думал сосиски открыть. Вот такие копчененькие. Я их, наверное, знаете, я их прям просто как тайцы делают. Здесь делают надрез и прям на головку. Я так и сделаю. Так, вот здесь большая, здесь маленькая. Здесь какая удобная соль. Вообще прикольно. Чуть-чуть подсолим. Все. И под крышку. Жарится. На пятерочке. Ну, нормально сейчас будет все-таки. Так. Так, где у меня нож? Мысли в разброс. Мысли в разброс. Все, теперь можно жить. Сосиски. Поднимаю свой бокал, чтобы выпить за свое здоровье. Так, овощи надо еще. Фрукты у меня пока есть. У нас вон еще треугольнички есть, я вот не знаю. Доставать треугольнички, не доставать. Так. У меня кофе тут еще есть. Всего понемножку, всего по чуть-чуть. Рис, стики, райс. Так, наверное, яичницу на отдельную выложу, да? А овощи вот сюда. Сейчас я вчера порежу. Какие-то вот огурцы с помидорами не очень. В этот раз. Ну такое, да? Опять же мусор куча. Когда успеваем столько мусора производить, я прям не знаю. Один мусор. Помидорка. Это жарится,
помидоры уже такие себе. Что-то вот овощи, конечно, в Таиланде такой себе. Не очень хороший. Мне он что-то не нравится в последнее время. Не какая-то. Так. Ой, господи. Так. Все падает. Вот что значит не выспалась. Вот не могу. Вроде вчера я заснула, прям нормально. Я думала, буду спать хорошо. Не, нифига. И не спится. И не спится мне вообще. И не спится мне вообще. Ну что, сейчас поем, покупаюсь, и я думаю, у меня будет все нормально. Голова встанет на свое место. Так, а это надо посолить, поперчить, да? Посолить, поперчить. Сегодня вообще не заходила в комментарии. Вот что-то столько дел, столько дел. Даже не до кого. Не до кого. Ну что, сейчас все решим. Будет все нормально. Все решится. Прекрасный момент. Заплачу, если что, любовь получит сдачи. Я в этом не сценарист, в нем я режиссер. Мой босс за меня, тогда не отвергайся от меня. Так, сосиски. Что, полторы минутки? Сейчас выложу пару дорогу. Он как-то с одного края жарится, с одного края не жарится. Не понимаю. В чем дело? Сковородка, конечно, здесь такая себе. Не очень. Так, все выключаем. Все, пускай не дожаривается. Сейчас выложу яичнику и покупку. Вот эти. Так, чай. Все, у нас теперь новые подушки. Красота. О нас заботится. А что, вот это вот плюс, да, вот когда снимаешь, зрелый. По сути, можно решить любой вопрос. Практически. Практически. Сдачи. Я в этом фильме главный актер, я сценарист, в нем я режиссер. Ох, мой, бойся меня. Так, ну что, с моими сосисками. О, нифига себе, их тут растрабанило. Ух ты. Как-то тут полторы минуты. Что-то как-то, нифига себе, их тут растрабанило-то, а? Все, яичнику можно снимать. Хоба. И все. Все-таки вот в этом месте, как вот, все-таки поцарапана она здесь, походу, была. И плохо счищается. Ну, прилипает. Залью. Порвало просто.
разнесло. Мелкие части. Хотя всего 1,5 минуты. Какая еще тут микроволновки, звери. Вас ждем, как всегда, на мукбанке. Любим всех, целую. Увидимся. Пока.